В Казахстане рак шейки матки занимает второе место в структуре злокачественных новообразований у женщин после рака молочной железы. Рак, вызванный ВПЧ, это единственный вид рака, который можно полностью предотвратить посредством внедрения всеобщей вакцинации. В связи с этим в стране началась вакцинация девочек в возрасте от 11 до 13 лет. В стране рак шейки матки является распространенным видом онкологического заболевания среди женщин в возрасте от 25 до 44 лет после рака молочной железы. Учитывая мировой опыт применения вакцинации против вируса папилломы человека, правительство Казахстана в текущем году внедрило в национальный календарь прививок вакцинацию против ВПЧ. Существует более 200 типов вирусов папилломы человека, не менее 14 типов известны как типы высокого онкогенного риска. Передаются через слизистую и могут вызывать рак шейки матки в 95% случаев и другие виды рака в 5,2% случаев. Рак шейки матки является четвертым по распространенности видом рака у женщин в мире. Ежегодно в мире регистрируется более 604 тысяч новых случаев и более 340 тысяч смертей от рака шейки матки. Школьниц будут вакцинировать препаратом Гардасил, который может противостоять наиболее онкогенным типам вируса папилломы человека. Чем раньше организм получит вакцину, тем она будет более эффективна. За все время применения вакцины против ВПЧ не вызвало каких-либо серьезных осложнений для здоровья, отметили специалисты. Насчет эффективности вакцин. Данная вакцина, то есть Гардасил, показывает высокую эффективность против этих четырех конкретных типов вируса папилломы человека. Безопасность вакцин, она гарантируется Всемирной организацией здравоохранения, она апробирована. Отметим, вакцинация будет проводиться только после письменного разрешения родителя или законного представителя. Дильназ Мурзагалиева, Мирас Кумаргалиев, Мадияр Кабдеш, Алтай Ахпарат.